Муниципальный интернет-предприятие «Теплоэнергия» на сегодняшний день обслуживает порядка 155 жилых домов, многоквартирных жилых домов. Также у нас на обслуживании есть и юридические лица. МУП «Теплоэнергия» является стабильным предприятием. Мы под контролем всем органам власти. Непосредственно каждая копейка, за которую мы тратим, она полностью контролируется контрольно-правовым управлением. Наша основная задача – это прийти к клиенту. То есть сейчас основная ориентированность – это на клиента, по возможности удовлетворить его потребности. Но, конечно, удовлетворение всех потребностей мы физически не можем. Это связано с тем, что с финансовым состоянием. Если с каждым годом инфляция растет, цены на бензин и на всевозможные вспомогательные оборудования, они растут. И мы не можем физически без роста тарифа предоставлять более высокого качества услуги. Любой дом вот этот, он отнимает ровно столько же сил и энергии, сколько и один хороший, большой, крупный дом. Вот один вроде бы 8-квартирный дом, он примерно столько же отнимает, как и 5-этажный дом, 5-подъездный. Он в принципе ветхости, да, и затраты практически одни и те же на него. На содержание, обслуживание, ремонт он практически то же самое несет. На сегодняшний момент мы берем и ветхие, и старые дома, и изношенные. Почему? Потому что на этих домах должна быть управляющая компания. Потому что если без управляющей компании, сами понимаете, это надо и содержать инженерные коммуникации, которые, к сожалению, больше 100% изношены, да. Это и строительные конструкции, это и уборка территории, и даже мытье полов непосредственно в местах общего пользования. Это все нужно содержать, это все за этим нужно смотреть. В настоящий момент мы не только готовы, мы и берем новые дома на обслуживание. Ежемесячно прибавляется все больше и больше домов. Я надеюсь, и оно, в конечном итоге их будет очень много.